Скорость, ловкость, сила, концентрация, выносливость. Способность продумывать каждый удар, видеть наперед и просчитывать ходы. Кикбоксинг – спорт для настоящих чемпионов. Алексей Трифонов, известный во всем мире кикбоксер, готовится к одному из главных боев в своей жизни. А их в карьере спортсмена более 300. 28 апреля в рамках чемпионата России по кикбоксингу, который пройдет в Ульяновске, Алексей сразится за звание чемпиона мира по версии Всемирной федерации кикбоксинга. Чемпион надеется, что из этого боя в очередной раз он выйдет победителем. Каждый спортсмен ставит перед собой цели. Понимаете, это новое как бы направление, да, небольшая ступень вверх, и то есть всегда хочется ее занять. Профессиональный спорт предполагает минимальное количество свободного времени. Алексей в спорте уже 21 год и за это время смог добиться самых высоких результатов. Сутками он пропадал на тренировках, готовясь к очередному бою, но это не помешало молодому человеку встретить свою любовь. Мало того, на тренировках пропадаю, еще часто в разъездах бываю, да, то есть постоянные сборы, тренировки, учебно-тренировочные мероприятия, то есть, и, я не знаю, мне кажется, она свыклась, в принципе, я, как всегда, уже, наверное, говорю то, что она знала, за кого выходит замуж, то есть, и сейчас уже, как бы, шаг назад нельзя делать. Каждая победа спортсмена – это в первую очередь заслуга тренера. Его задача – разглядеть потенциал подопечного, определить сильные стороны и работать над слабыми. Ну да, есть определенные природные качества у человека, которые, как бы, они врожденные. Да, ну, даже в его возрасте, уже как, когда он был маленький, была видна скорость. То есть это врожденное качество, и уже было видно. Только зависело от того, как сможет ли он пройти вот этот путь, чтобы развить вот эти качества. Ну, как видите, получилось. На вечный вопрос, чемпионами рождаются или становятся, Алексей с тяжелым вздохом ответил: становятся. Но тут же его поправил тренер и добавил: но после рождения. А пока Алексей Трифонов продолжает усердно готовиться к бою, ему подрастает достойная смена. Я пойду на чемпионат смотреть на нашего чемпиона кикбоксинга. Потому что хочу быть как он. На этой неделе Ульяновская область примет чемпионат России по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт». Бои пройдут с 24 апреля во дворце «Волга Спорт Арена». Участниками соревнований станут 1000 спортсменов со всей России. Около 100 из них – спортсмены из Ульяновской области. Кристина Жакот, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.